Как и планировали, забираем мы новый Соболь Next полноприводный на охоту и едем на нем встречать гостей. Ну, хочу сказать про первые впечатления. Едет. Дизельная, достаточно резвая. Передачи переключаются невнятно. Ну, традиционно для российских автомобилей. Вот тут вот прям нет. Нехорошо. Узкий руль. На такой машине руль должен быть объемным, в руках чувствоваться. А тут прям как детская велосипедная педалька. Наклон руля не очень такой. Ну, хотя, наверное, регулируется, сейчас попробуем. Вот. А так ничего, пилит. Нормально такая, резвая. В общем-то, дизель оказался такой, на удивление, прям бодренький. Как-то так. Сейчас на заправку будем заезжать. На всякий случай. Ксюша-то, конечно, такой. Ну что, как обстановка? Обстановка? Набились тачки. Американский Тушкан? Это вы не понимаете, это хендмейд, это ветрозащита. Это новое слово, да? Конечно. Ой-ой-ой. Слава, Гарри Поттер с нами. Началось. Ну все, вырвались мы наконец из города, загрузились, еще, правда, не затарились. Погода благоприятствует, все прекрасно, идет легкий снег, светит солнце, все здорово. И вот едем. Вот, ехать нам недалеко, километров 150 всего, тихонечко доберемся. Машите хоть рукой там. Вася, маши рукой, тебе сюда. Тебе же знаю, да? Граждане охотники на охоту собрались. Едут что-то. Сначала кричали, грубо-то и веселые. Сейчас все притихли. На следующий год там точно поедем в Финляндию. Две машинки сзади идут, отстали немножко. Медленно едут. Газелик делает. Да, они на светофоре тормознулись. Заедем в Москву. Что, потихонечку собираемся, да? Как потихоньку собираемся? Готово. Ну, не бабуля, не особо. Копыта уже есть. Все готовы, а я еще не готовы. Давай, Вася. Просто есть такие. Вот такое вот оно. Соболиное утро, да? Свет, нормально. Ранним утром собираемся, набиваемся в автобус и выезжаем на охоту. Ехать нам порядка 15 километров. Удивляет отличная камера, установленная высоко. Хороший обзор, удобно сдавать задом. Ну, обсуждаем это в процессе. Несколько раз так пригождалось в узких местах маневрировать. Выезжаем с базы и двигаемся в сторону места охоты. Ну и как бы сразу же начинаются грязевые ванны. Только съехали с асфальта. В общем-то, дорога на этом по сути заканчивается. Дальше так, такими козьими тропами. Вот, прошел дождь накануне. Подраскисло и так волзюкает, в общем, машина. Ну, полный привод и хорошая резина позволяют достаточно уверенно двигаться. По раскисшей местности
даже по глинозему. Начинаем разгружаться, вещи вытаскивать. В общем, двигаться в сторону места охоты. Машины, естественно, надо будет немножко в сторонку отогнать. Сейчас я Соболя погоню в сторону, чтобы он сильно не светился и не мешал. Ну и традиционная утренняя расстановка чучел для того, чтобы приманивать гусей. Пластиковые чучела компании Green Heat Gear. Компактные, отлично работающие, делающие свое дело. Разминаем духовые манки и легкие. Зовем гусей. А что с гусями фотографировались? Нет еще. Ты скажи. Спасибо калининградской земле. Она нас удавила трофеями. Мы очень рады. Приедем опять. Сколько? Тихо.
не густо, ну и не пусто. Чуть-чуть, нормально. Вот состоялось, отлично. После вполне себе успешной охоты возвращаемся на базу. Я сгонял за автобусом и подгоняю его в группе людей, чтобы грузиться. Вещей у нас с собой много, но с успехом все в Соболь помещается. У нас с собой три огромные сумки с чучелами, у каждого человека рюкзак, ну и там еще всяко разное по мелочи сумки. Ну, все влезает, все сидят комфортно, места всем хватает. Ну и плюс, конечно, есть с собой раскладной столик, что в дороге немаловажно. Ну, понимаете, да, о чем я говорю? Те, кто не за рулем. Запаска, к счастью, за неделю эксплуатации автомобиля нам не пригодилась. Ну, имеет место быть, лежит как бы и, безусловно, выполняет свою функцию. На тест-драйве года, наверное, два назад я видел Соболь, у которого была перегородка задняя сделана, то есть пассажирский отсек был отделен от грузового металлической перегородкой, и объем грузового отсека был немножко больше, чем у данной модели. И тот вариант мне, честно говоря, больше понравился, но, правда, в нем, по-моему, пассажирских мест на одно или на два меньше. Ну, в общем и целом, и так достаточно места. По крайней мере, у нас на 6-7 человек немаленький объем груза, он весь смещался у нас сзади. Такого, чтобы что-то не влезло, не было. Ну, в крайнем случае, там под ноги кидали. В принципе, все ездили с комфортом. Сильно ветрено, поэтому за качество звука не ропщите. С этим ничего не поделать. А, ты снимаешь? Ага. А что вы молчком скажите хоть что-нибудь? Отличный автомобиль. Не надо рекламы. Говорите по делу. Хорошая охота. Нет, ну везде проезжают, это уже хорошо. Если доехал и все влезли, значит все нормально. Это уже хорошо. Давайте вернемся сначала домой, а то хрен его знает. Это вырежем. Это все вырежем. Ну и по сути, возвращаясь к тест-драйву, часть дороги проходила по такому бездорожью. Ну и сказать, что суровому, но вполне себе такому нормальному, такому достаточно тяжеленькому. То есть на одном приводе не проскочишь. Вот. И надо отдать должное. В общем-то, проблем не было никогда и нигде. То есть подключался передний привод. И ехали мы совершенно свободно, не напрягаясь абсолютно. Дизельный двигатель тянет как надо. Все включается, выключается. Ну, конечно, машина новая, я понимаю. И резина хорошая, грязевая. Вообще проблем не было. С этим как бы вообще все хорошо. Что не очень понравилось, это все-таки переключение коробки передач. Ну, просто такая, скажем так, не совсем внятная. А, и по подвеске тоже момент. Конкретно на данной машинке установлена была дополнительная пневматическая подвеска. И, на мой взгляд, немножко ухудшила она тактико-технические характеристики. Вот, потому что стал он так как бы немножко козлить на дороге. Ну, излишней упругости добавила установка пневмоподвески. Вот, то есть, если бы, допустим, там тогда при таком раскладе и амортизаторы от КамАЗа впихнуть, вот, чтобы они его придерживали, тогда, наверное, да. Вот. А так, ну, слишком он такой прыгучий получился. Вот. Возможно, что без пневмоподвески будет даже гораздо интереснее и веселее. Уходили двумя машинами, вот,
что, во-первых, не все люди влезали, и, во-вторых, ну, на всякий случай для поддержки, или одна, или вторая, чтобы могла дернуть в случае чего. Но такой необходимости не возникло. Везде спокойненько проехали, без проблем, в общем-то. Ну, естественно, что тест-драйв заключался не только в езде по грязи, но и в том числе по движению по хорошим дорогам, по асфальту. Ну, вопросов нет. Машина резвая, бежит хорошо. В принципе, там за сотню идет. Ну, естественно, не по поселку, а вообще. Это мы возвращаемся на базу, как бы крайне населенный пункт в движении в нашем. В общем и целом, впечатления самые положительные. Машина за неделю отработала вот это до, на ура. Никаких нареканий, по сути, по сути не было. Очень экономичный двигатель и очень тяговитый. Это вот прям за движок прям 5 с плюсом. Cummins работает. Все отлично. Ну и в остальном все прекрасно. Возвращаемся на базу. Отлично провели весенний сезон охоты. Всем спасибо и до новых творческих встреч.